Речь идет о мужчине и женщине и о браке. Понимаете, что это имеет прямое отношение к антропологии. Так вот, тут несколько вопросов входит в эту тему, и поэтому мы с вами постараемся как-то рассмотреть их. Может быть, первым вопросом, который постоянно возникает, горячо обсуждается, и которому, как кажется, мы находим аргументы с обеих сторон, это вопрос о равенстве мужчин и женщин. Библия говорит о том, что Господь сотворил мужчину, Адама. Женщина сотворена из ребра Адама, как сказано в Библии. Что это значит? Вы помните, что во время венчания, какой читается апостол, и какие там у него призывы, или, если хотите, даже не только призывы, а буквально повеления, когда заканчивается, помните, как заканчивается, какими словами апостола? «Жена да убоится мужа». Причем жена в это время наклоняется к будущему или уже настоящему мужу и шепчет: «Да не дюже». Получается, все в рифму. Да, но рифма-то рифмой, а суть дела в чем? Вот, кажется, вот этот факт рассматривается, по крайней мере, рассматривался очень многими, ну, богословами в свое время, до недавнего, по крайней мере, времени, как факт, указывающий на определенное неравенство мужчины и женщины. Сама подчиненность, жена да убоится мужа, рассматривалась также в этом же самом контексте. Действительно, как христианство смотрит на этот деликатный, особенно в наше время, вопрос, в наше время, когда речь о равенстве является, по-моему, само собой, кажется, разумеющейся. Как, во-первых, понимать сам факт творения? На самом деле, это факт очень серьезный, и он как раз указывает на то, что весь род человеческий, весь, имеет единую сущность, единую человечность. Мы находим такие высказывания, что от одного один человек постоянно присутствует в мире, но во множестве ипостасей. И само происхождение женщины от мужчины свидетельствует не о каком-то унижении или подчиненности, а свидетельствует только о том, что Бог из единого центра, из единого ядра, из единого существа произвел весь род человеческий. Кажется, можно было бы сотворить так же из праха земного и женщину. Можно было бы. Кажется, из того же праха земного. Нет, это было бы уже не то. Не тот, если хотите, даже уровень. Здесь нет от самого Адама. Она произведена. То есть одна человечность присутствует там и здесь. Вот этот факт таким образом указывает на великий принцип единосущности всех людей по самой своей природе. Значит, речь идет здесь о чем же? О разности, но совсем не о неравенстве. Они разные, мужчина и женщина, но это не значит, что они неравные. И вообще, я вам скажу, что вопрос о мужчине и женщине, поставленный в плоскости равенства и неравенства, он не совсем верен. Он не верен, может быть, именно вот с такой стороны, аналогию которому можно показать в следующем виде. Можно ли говорить о том, что более значительно, километр или килограмм? Что больше? Скажите, это вещи несопоставимые. Хорошо. Какой цвет лучше, красный или зеленый? Но они просто разные. Каждый цвет подходит к своему, я бы сказал, к своему предмету, к своему объекту. Каждый к своему, понимаете? То есть, когда мы говорим о мужчине и женщине, то мы говорим о предназначенности того и другого к определенной функции в условиях земной жизни. Женщина рождает, а не мужчина. Можно ли рассматривать это как лишение определенных прав мужчин? Ну, можно, конечно, сказать, вот почему бы это. Хотя Библия, как вы знаете, постоянно настаивает на том, что Авраам родил Исаака, а вовсе не Сара. Опять-таки, здесь какая идея заложена?
не в том эта идея состоит, что женщина – это никто, а в том, что опять единая человечность распространяется по всему лицу земному. Так вот, когда мы говорим по этому вопросу о равенстве и неравенстве, то с христианской точки зрения это неверно поставленный вопрос, потому что здесь эти две природы должны рассматриваться не в социальном контексте, когда есть богатые и бедные, обладающие правами и не имеющие их, не в социальном контексте, а в контексте присутствия или предназначения того и другого к выполнению определенных функций. То, что исполняет преимущественно один пол, то в другом, другой пол исполняет иные функции, разные предназначения. И в чем эта разность? В частности, достаточно очевидно проявляется хотя бы в самом характере и, я сказал, в специфике женской и мужской природы. Мужчины более живут интеллектом. Образно выражаясь, мужчина – это рассудок. Это совсем не означает, что у него только рассудок. Вы сами понимаете. Мы говорим о преобладающей роли. У мужчины преобладает именно рассудок. Вот это вот некое бесстрастное свойство, которое способно оценивать ситуацию, не поддаваясь, если хотите, влиянию эмоций. У женщин, напротив, женская природа, она связана больше с сердцем. Сердце – это орган чувств, орган переживаний. Кстати, может быть, вы помните, с чего мы с вами начинали, или, по крайней мере, говорили, когда касались вопроса ума, и различали с вами нус и логос. И говорили о том, что если логос можно, образно говоря, поместить в черепной коробке, то нус находится в сердце. И мы находим удивительные вещи, что часто у женщин интуиция без всякой логики, помимо логики, вдруг узнает то, что рассудком невозможно узнать. Или это, по крайней мере, очень трудно. А иногда просто невозможно узнать. Вот мы с вами не рассматривали, я не знаю, сможем ли мы с вами поговорить о видах познания. Есть несколько видов познания, я просто назову вам их, сейчас некогда говорить. Это эмпирическое познание, то есть осуществляемое нашими чувствами. Рациональное познание, это логическое познание. Интуитивное познание. Интуитивное, от слова «интуири» – смотреть куда-то вглубь, смотреть. Интуитивное познание, которое чем характеризуется? Тем, что оно постигает какую-то реальность помимо логики, помимо рассудка и помимо внешних чувств. Представляете, вот перепрыгивает как бы через все это. Все эти преграды, вот эмпирическое, рациональное познание, то есть эти чувственные и логические категории, они здесь не присутствуют. Интуитивное познание обладает тем свойством, что может сразу постигать то, что не дано ни чувствам, ни рассудку. И подчас просто не, в принципе не может быть ими познано. Так вот, у женщин особенно развита эта интуиция, интуитивное познание, когда они могут вот узнать то, чего нет. Особенно это развито, например, у матерей в отношении детей. Здесь колоссальное количество фактов, просто потрясающих. Когда они буквально узнают, что случилось, сразу говорят, что-то произошло несчастье с ее ребенком. Она ничего не знает, но точно уже говорит, это так. Уже она знает, интуитивно это знает, ощущает, переживает уже. Это действительно оказывается так. Я вам, может быть, рассказывал случай из Пушкина, когда мальчик, украденный в Америке индейцами. Он рассказывал, как однажды они умирали почти от голода зимой, индейцы. И вдруг мать утром просыпается и говорит ему, иди туда-то, указывает такое-то место в глухом лесу, указывает признаки, и там медведь в берлоге.
иди туда и застрели его. Он пошел, точно все нашел, точно застрелил медведя. Да. Так вот, тут, правда, вот этот факт, его можно различно оценить. И как интуитивное познание, но можно и как отнести к другому виду. Еще один вид познания какой? Мистический. Мистическое познание – это познание другого, конечно, рода. Это не интуитивное. Но вот этот случай, о котором я говорю, он стоит на стыке этих двух вещей, и трудно даже однозначно, может быть, отнести к тому или иному виду. Чем характеризуется мистическое познание? Оно обычно им называют ту способность человека или тот вид познания, который переступает границы этого нашего, вот этого земного бытия и входит в соприкосновение с метафизическим, сказал бы, миром, с заземным миром, с миром, я бы сказал, духовным, с духовным миром вступает в связь. Я специально отделяю от мистического познания богопознание, как еще один вид познания. Почему? По очень простой причине. Что если мы в одну категорию поместим любое познание, выходящее за пределы нашего обычного человеческого опыта, то нам придется тогда мистическим познанием назвать и опыт оккультный, и опыт святых. Мне бы очень не хотелось это делать. Очень не хотелось. Поэтому, когда называют Макария Великого, например, мистиком, можете в библиотеке взять книгу одного нашего профессора дореволюционного Минина, который мистика Макария Великого, то есть сжимается как-то не по себе совершенно становится. Какая мистика Макария Великого? Богопознание, боговедение Макария Великого – это да. Это действительно духовный опыт общения с Богом, переживаний с Богом. Вот когда же мы в одну категорию, имея возможность различать с помощью понятий, имея возможность, тем не менее помещаем в одну кучу и опыт общения с демонами, и опыт общения с Богом в одну кучу, и все называем это мистическим опытом, то в результате часто происходит очень пагубные последствия, громадные ошибки. Кстати, хочу вам сказать, что само слово «мистика», будучи греческим словом, тем не менее, когда речь идет о мистическом познании, перешло к нам не от греков, не из греческого языка, а из Европы, где уже давно вот эти теософские идеи давно с очень большой силой проявляют себя в философском и религиозном осмыслении. Так вот, в данном случае, я говорю, у женщин особенно развито вот это интуитивное познание. Если у мужчин рациональное, то у женщин интуитивное познание. И в этом, если хотите, особенность их природы. Правда, должен сказать, что и то, и другое, особенно интуитивное познание, в очень большой степени чистота его зависит от уровня нравственной жизни. Очень во многом зависит от этого. Так вот, если мы говорим о равенстве или неравенстве, то здесь, еще раз я подчеркиваю, что по своей природе они являются единоприродными. И в этом смысле они равные, но они разные. Вот эта разность может проявляться во многих вещах, значит, психологии, физиологии, да, различия социальных функций, которые всегда имело место. Сейчас, правда, происходит уже полное смешение. Но к этому есть некие основания. Различные, значит, социальные функции. В общем, все то, что на языке современной психологии именуется таким понятием, как гендер. Вот эта вот вся совокупность
разностей, которые отличают мужчину и женщину друг от друга. Таким образом, если мы продолжим эту же мысль, Ева – это не восполнение природы человеческой, так же, как и мужчина – не некая неполнота человеческой природы. Это, если хотите, два модуса существования человеческой природы. Вот что это есть. Два модуса, которые имеют каждый свои функции. И в этом плане поэтому вопрос о равенстве, он просто отпадает. Сейчас пытаются, то есть не только пытаются, а сейчас с очень большой силой ставят вопрос о равенстве мужчин и женщин в области религиозного служения. И особенно, вы знаете, это на Западе сейчас женское священство вводится, можно сказать, во всех протестантских конфессиях. Пока еще держится католицизм, но уже есть случаи рукоположения, правда, не канонического рукоположения, да, женщин. Вот. Это, так сказать, та реальность, с которой мы встречаемся. Так вот, одна из ошибок вот такой постановки вопроса заключается как раз именно вот в этом. Забывают о том, о некой разнице, существующей между двумя полами. О разнице. Я не хочу сейчас вам приводить всех аргументов, это вопрос другой. Вот на четвертом курсе Академии мы этим занимаемся, и там более подробно поговорим. Сейчас просто хочу сказать, что неверно поставлен здесь вопрос, когда речь идет о религиозном служении женщины в качестве священницы. Это просто неверно поставленный вопрос. Это равносильно тому, как сказать, что мужчина должен быть матерью и возмущаться тем, что он не может быть таковой. Есть все основания, касающиеся и природного, и я бы сказал, промыслительного, богооткровенного характера, которые говорят о том, что почему женщина не может быть, да, священником как таковым. Но об этом сейчас я говорить не буду. Это не наша с вами тема. Еще что мне хочется сказать. Это то, что пол, сам пол мужской и женский, не является следствием грехопадения. Об этом Библия прямо говорит, что оба пола произошли в раю. Причем произошли это изначальное в творении, с самого начала два пола. И хотя в Библии они немножко разнесены, что сначала Адам из праха земного, затем из ребра Адамова. Так. Но фактически этим указывается на то, что изначально человек в этих двух модусах был сотворен. Таким образом, пол не является следствием грехопадения. Следствие грехопадения совсем другого порядка. О них мы еще поговорим. А само существование двух полов, оно вовсе не следствие грехопадения. Но вот в этом смысле нужно правильно оценить слова апостола Павла, который говорит, что во Христе нет мужеского пола и не женского. Речь идет совсем не об уничтожении пола как такового в жизни будущего века. Не об этом мысль. Мысль совсем здесь у него другая. Та же самая, которая предшествует этому. Не эллин, не иудей. Речь идет о чем? О том, что для достижения Царства Божия не имеет никакого значения ни национальность, ни пол. Для всех одинаково, совершенно одинаково оно доступно. Во Христе, то есть во Христе, в Спасителе, все равны. Понятно? Равны с точки зрения возможности спасения, достижения Царства Божия. Вот в каком контексте нужно понимать слова апостола Павла. А совсем не в том, как думаю, что будет уничтожено это различие полов.
Об этом мы нигде не находим, никаких свидетельств. И это и не может быть, поскольку если сотворено было два пола, следовательно, они два и будут. Они два и будут. Мы просто не знаем, какого характера функции и что это значит для Царства Божия. Просто не знаем. Но это не имеет никакого существенного значения. Знаем только одно, что там, в Царстве Божьем, не женятся и не посягают. Что там не будет брака. Там не будет никаких брачных отношений. Вот. Этого не будет. Это да, об этом нам сказано совершенно точно. Да, но то, что уже сам факт, говорящий о том, что там не женится и не посягает, говорит о том, что там именно сохранится два пола. То есть в жизни будущего века. Сами эти слова подтверждают это. Что возникло в связи с грехопадением? Мы с вами говорили о разных видах греха и говорили о природе человека до и после грехопадения. Так вот, и в данном случае святые отцы указывают на то, что в результате отпадения от Бога, в результате, если хотите, лишения человека части, какой-то существенной части божественного сопричастия человека Богу, так произошло расчленение человеческой природы, если хотите, на множество частей. Ну, скажу так, посмотрите, человек тяжело заболевает. Как сокращаются его жизненные функции? У него появляются, могут, ослабление организма может привести к возникновению самых разных болезней. То есть тело уже не настолько жизнеспособное по сравнению с вполне здоровым, чем когда оно бывает вполне здорово. Не такой жизнеспособный. И чем меньше вот этой жизнеспособности, тем больше там омертвений в этом теле, если хотите. Уже происходит определенный распад, как бы, уже естества. Так вот и здесь, грехопадение, что произошло? Лишение человеческой природы вот этой какой-то существенной сопричастности человека Богу. Той причастности, которая была у него первоначально по самому творению. При этом хочется сказать, обратить внимание вот на что. Мы очень часто, так сказать, даже не рассуждая, рассматриваем человека сотворенного как некое существо и Бога как другое существо. Бог дал ему бытие, и человек существует. Это неверно. Это неверно. Совсем не этот тип существования человека. Его тип совсем другой. Тот тип, который нам очень хорошо показан в идеале, то есть в абсолюте, показан во Христе, когда произошло соединение двух природ, божественной и человеческой, неслитно и неизменно. Неслитно и неизменно. Так вот, по этому принципу, не в той степени, как во Христе. Не в той. Недаром отцы говорят, что человек в спасении достигнет большего состояния, чем обладал первый Адам. Но сам принцип, я говорю, сам принцип, человек по своей природе, он не был чем-то отдельным от Бога. Вот. А человеческая природа в самом творении, она была сопричастна Богу. Но сопричастно как? Неслитно, не сливаясь. Человек был отдельным существом, но и нераздельно до грехопадения. И неизменно. То есть не изменяется ни то, ни другое. Так вот, по природе своей, обращаю внимание, по сотворению своему, человек уже был вот в каком соединении с Богом. Нет человека, я что хочу сказать, обращаю ваше внимание,
Нет человека, который бы сам по себе существовал, что вот Бог ему дал творение, и он сам по себе существует. Этого быть не может. И, кстати, не может существовать вообще ни одна тварь таким образом. Все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Помните, кто это сказал? Григорий Палама. Все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Недаром где-то у митрополита Филарета Московского есть такая мысль, что человек, он говорит просто о человеке, на самом деле это касается любого тварного существа. Человек висит над бездною своего небытия. Я бы сказал так, что все существует постольку, поскольку в нем присутствует или ему соприсутствует, назову так, бытийная или бытийственная благодать Божия. Сам дьявол существует лишь постольку. Он бы не мог существовать, если бы вот это бытийственное, то есть поддерживающее бытие твари, благодати не было как таковой. Это очень важно понять. Мы с вами вот не касались происхождения мира, так сказать, в более глубоких сферах. Говорили только об эволюции и творении. Вот. А здесь присутствует целый ряд очень интересных элементов, что сам мир существует не как что-то, что Бог сотворил как отдельное от себя. Этого нет и быть не может. Мир и все, что в нем, и человек в частности, есть не что иное, как осуществление божественной идеи или божественных идей, божественных энергий. Осуществление. Вот что это есть. То есть, в конечном счете, мы все божественные энергии, осуществленные вот в том ракурсе бытия, который можем наблюдать. Вот что это есть. Поэтому и человек сотворенный, это не было что-то отделенное от Бога. Никак нет. Человек был соединен с Богом, но был соединен не так, как сейчас мы соединены с Ним. Не так. Это соединение носило более существенный характер, более сильный, о котором нам трудно судить. Но идеальное соединение Бога с человеком мы видим во Христе. Там уже божественная и человеческая природа соединены не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Вот предел, вот тот бесконечный предел единения, которому предназначен мир и которому предназначен человек. О чем апостол пишет? «Бог будет всяческое во всем». Об этом же говорит церковь. Что такое церковь? Тело Христово, в котором все человеки являются чем? Его членами, его клеточками. Вы слышите? Какого? Мы все предназначены быть клетками тела Христова. Того тела, которое соединено с Богом Словом, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Через ипостась Христа, через Христа, в Его теле, не сами непосредственно мы будем находиться в этом соединении, а будучи членами, клетками тела Христова. Так вот, в связи с этим хочу сказать, что грехопадение, что оно означало? Мы говорили о многих вещах, и в частности о том поражении природы, которое имело место, и о тех страстях, о той смертности, тленности и страстности, которая возникла. Но я в данном случае хочу сказать о другом, что мы указали на три принципиальные вот эти вещи, которые очень хорошо подчеркнул Максим Исповедник. Вот эта смертность, тленность, страстность. Фактически же вот это лишение той полноты сопричастности Богу, которая была у первозданного человека, привела к тому, что, как пишут целый ряд отцов, в частности, Василий Великий пишет об этом, что наше человеческое естество распалось на тысячи частей. То есть прошел некий распад природы.
Распад в каком смысле? Вот это болезненное состояние, вот эта болезненность, которая нарушила природу. Но, кстати, не забудьте, что это повреждение природы вот в этих вот в основных категориях, о которых мы с вами говорили, совсем не означает, что эта сама природа сама по себе стала грешной. Помните, мы с вами говорили о природе зла. Природа не может быть грешной. Природа может быть больной. Грех или зло – это есть акт воли, акт сознания. Природа может быть только более здоровой или менее. Так вот и в данном случае. Так вот это грехопадение, которое привело к распаду человеческой природы, оно проявило себя и, в частности, в отношении двух полов. Помните, сразу же первая реакция после грехопадения. Увидели, что они наги. Это очень интересно. Увидели. И мы с вами теперь понимаем. Помните, Ефрема Сирина приводила вам интересные высказывания, что тело человека первозданного, тело было духовным. Как тело Христа. Оно было духовным. Его трогали? Какое тело? Тело. Тело. И тут же это тело исчезает. Для нас это что-то такое звучит, как фантастика, потому что мы настолько дебелую имеем плоть уже, что для нас это непостижимо. На самом деле, оказывается, мы должны принять это как факт. Тело может быть духовным. Мы же говорили с вами о том, что угодники Божии очень часто во время молитвы поднимались на какое-то, пусть небольшое, на воздух. Какие-то 10-20 там сантиметров, неважно. Поднимались даже в воздух, тело само поднималось. Могли переходить действительно, как по суху, реку, там, водное пространство. Причем это же факты, вот надо понять, что это факты. Так вот, оказывается, тело может быть духовным. Так вот, если у первозданного человека оно было вот таким духовным, то вследствие грехопадения, вследствие лишения вот этой причастности Богу, тело потеряло эти свойства. Эти, я бы сказал, прекрасные свойства, удивительные свойства. Удивительные свойства. Сейчас надо пользоваться машиной, чтобы ехать от Спасада до Москвы или наоборот. Это же кошмар один. Это здоровенный драндулет рычит, шипит, да еще в кувет залетит. Ну что это такое? Просто срам и стыд. И тем более в 21 веке, когда достаточно просто мыслью и все. Раз, и в Москве, и на кафедре, и читай лекцию. Представляете, как было бы здорово? Даже лаптей не надо одевать, чтобы идти туда. Вот. Это все вот вам свидетельство той дебилости, в которой мы находимся. Так вот это вот разделение природы привело к тому, что произошло, если хотите, и глубокое разделение между мужчиной и женщиной. Да-да, именно разделение. Разделение, которое лишь теперь свидетельствует о когда-то каком-то единстве, духовном их единстве. Свидетельствует чем? Влечением. Но влечением совсем другого порядка. Увидели в раю, что они, оказываются наги. Давай шить себе одежду. Получили кожаные уже ризы, как говорит Библия, то есть вот эту вот дебелую плоть. Оказывается, вот этот характер отношений, он же является характером болезненным сам по себе. Вернее, следствием того искажения природы, которое присутствует уже в каждом рожденном человеке. Само по себе это влечение не является грехом. И об этом сказал Бог, еще предвидя грехопадение, человек уже в раю сказал. Сказал о браке как таковом, как совершенно нормальном, естественном явлении. Вот. Затем мы знаем, что вся история человечества, и в частности
истории христианской церкви то же самое указывает на брак, как на дело вполне естественное и законное. Вы слышите, я говорю естественное. Обращаю ваше внимание. Об этом, впрочем, мы говорили, но я напомню. Естественно, человеку есть. И никакого греха нет. Грех объедения. Но если человек перестает есть, мы говорим, болен. Знаете, как пьяницы собираются и кому-то предлагают, выпей. Тот говорит, не пью. Первый вопрос, ты что, больной? Ну, как же не пьет, подумайте. Кошмар какой, чтобы человек не пил. Ясно, больной. Так вот, видите, какие интересные вещи. Есть естественные. Это не является ни добродетелью, ни пороком. Брак – это не добродетель и не порок. Это очень интересно. Даже когда кошка любит котят, это вовсе не добродетель. Но если у нее нет любви к котятам, мы говорим, что такое случилось. Оказывается, у нее молока нет, она бьет котят. Так вот, в данном случае брак сам по себе естественное дело. Это то состояние, в которое впала человеческая природа в обоих своих модусах, мужском и женском, после грехопадения. Но в то же время, как и любое естественное свойство, оно может иметь нормальные проявления, а может ненормальные. Апостол Павел пишет, что во избежание блуда каждый должен иметь свою жену и каждый своего мужа. То есть он предупреждает вот об этих вещах. Если брак это естественно, то, оказывается, можно нарушить эти вещи и привести к состоянию неестественному. И тогда это является преступлением. Преступлением против чего? Помните, мы с вами говорили, это очень важно, когда говорили о грехе. Наша природа является богозданной. В этом смысле мы поступаем против Бога. Реально, в то же время, так же реально, я бы сказал, грехом мы себя расстраиваем, себя губим, себя раним, себя уничтожаем. Вот что такое, что мы делаем, когда грешим. Кстати, вот последние медицинские данные очень интересны. Исследовался вопрос о известном мужском заболевании, таком простатите, известный. И у медиков они очень удивлялись, что такое в европейских странах, там, где цивилизация бурлит и кипит, это явление почти стопроцентное с возрастом. В странах мусульманских, например, это совершенно случайность. Этого нет, отсутствует. Нет этой болезни, не знают ее почти. Долго бились, думали, что это может пища, что-нибудь связано с пищей, может быть, связано с каким-то техникой. И, наконец, открыли уже точно. Абсолютно точно открыли. В чем причина? Кстати, очень интересная. Это один из фактов, который, я думаю, вам очень пригодится в ваших последующих лекциях, да, и выступлениях. Очень вам пригодится. А речь, оказывается, идет о чем? В европейских странах сейчас, ну, Европа, Америка, неважно, цивилизованных странах, сейчас культура, так называемая, стала, я бы сказал, языческой вполне. Язычество чем характеризуется? Вот этим натурализмом. Натура – это природа. Вот этой обнаженностью. Вот этой вот воздействием на чувства всего того, что должно быть по естеству сокрыто.
Вот. Женщина ходит уже просто, скоро мода, я надеюсь, скоро пойдет, они голиком совсем будут ходить, наверное. Вот так, это будет тогда вообще красота. Так, и оказывается, это очень сильно действует на мужской организм. Потому что у них невольно это возникает, соответствующее, так сказать, чувство, и поскольку они впустую возникают, это страшно поражает организм. В частности, одним из таких явлений является вот этот простатит. Оказывается, он обусловлен прежде всего, чуть ли не на 100%, вот этой вещью. В мусульманских странах совсем другая ситуация. Вот я только на Масленице целую неделю был в Иране. Прилетаю туда, потому что сплошной женский монастырь. Сплошной. Представляете? 100%. Начиная вот от таких девочек, я не знаю, там 7-8 лет, все одеты в длинных черных одеяниях, покрыто вот так носик торчит, только вот так. И все. Сплошной женский монастырь. Ничего нигде не выпирает, ничего не показывает, ничего. Все. Все закрыто абсолютно. Исследования, причем тщательные, очень не хотелось медикам делать такие выводы. Но они же сами же не безгрешны в этом плане, да. Очень не хотелось. Увы, факт оказался вопиющим и сильнейшим. Вот оно в чем причина, главнейшая причина. Теперь подумайте, чего ж так это настойчиво? Евангелие, святые отцы все говорят, берегите свои глаза, не давайте волю своим мыслям и чувствам, особенно вот в этом плане, в этих плотских переживаниях. Ни в коем случае не давайте. Вы разрушаете свой организм, разрушаете свою нервную систему, разрушаете самые сокровенные вот эти, самые корни своей природы. Вы губите себя. Губите. И этого не знали. Пример чего? Замечательный пример. Еще один пример того, что такое заповеди Евангелия. Думают, что это Бог придумал там что-то такое этим двуногим существам, чтобы им не так весело было жить на земле. Придумал заповеди. Нет. Еще раз повторяю вам, и это очень важно, друзья мои, очень важно. Бог предупреждает. Все заповеди – это предупреждение. Предупреждение человеку. Не делайте этого. Любовь предупреждает от опасности. Правда же? Кого мы любим, мы будем предупреждать. Не ходи туда. Не делай то-то. Не пей этого. Не принимай таких-то лекарств. Обязательно будем предупреждать. Ни в коем случае не трогай этого. Предупреждаем. Бог есть любовь. И предупреждает. Чем? Заповедями. Вообще, я вам скажу, вот было бы очень интересно, вы сейчас на первом курсе еще, взял бы кто-нибудь из вас бы тему, может быть, кандидатской работы или дипломной, по крайней мере, вот на тему примерно такую, заповеди и медицина. Что-нибудь в этом, заповеди Божьи и медицина. Это было бы очень интересно. Вот я вам привел только этот пример, а примеров же тьма, которых можно из медицины показать, что то, о чем говорят заповеди, это действительно вредит человеку. Осуждение. Наверняка мы найдем. Там то же самое, какое отрицательное воздействие производит на осуждающего, понимаете, на осуждающего вот, человека. А уж не говорю там злоба, там ненависть, там неприязнь, осуждение, зависть какая-нибудь. Недаром говорят, зеленеет человек. Действительно, у него даже лицо меняется. Все действует на человека, разрушает, убивает его. Вот что такое заповеди. Кстати, не могу, чтобы не отвлечься, не сказать, какое огромное различие в понимании греха между вот этим святоотеческим и тем языческим, иудео-языческим, а затем и западно-христианским. Там грех, там заповедь. Это что такое? Это сверху Бог спускает как закон. Вот как Дума закон определила, и все. Не ездит на красный свет. Определила, и все. На красный нельзя. Возьмет переменец, скажет, на красный можно, на зеленый нельзя. Так вот, заповеди, да,
Это не сверху, а просто какие-то внешние по отношению к человеку там запреты и понуждения. Нет. Это то, что касается самой жизни нашей природы. Жизни самой нашей природы. И грехом является не прогневление Бога, а та рана, которую мы наносим себе, своему богозданному естеству. И в этом смысле мы говорим, что любой грех является противлением воле Божией. Кстати, обратите внимание, чем характеризует сатанизм? Борьбой против природы. Вы слышите? Природы вообще. Человеческой, окружающей природы. Борьбы. Как таковой. Протесты против нее. Вот эти извращения, которые сейчас это пропагандируются, которые сейчас буквально выдвигаются на первый план и требуют свободы. Что, чем они являются? Чем являются опять? Тем же сатанизмом. Борьбой против природы, как таковой. Недаром этот черный квадрат Малевича как раз является символом вот этой борьбы. Ибо он писал, сам Малевич, что высшим произведением искусства является то, которое не имеет ничего себе подобного в этом, ну, в тварном мире. Я перелагаю его мысль, не помню точных слов. Да, понимаете? И он выразил это. Черный квадрат. Нет такого в природе. Символ вот этого богоборчества. Богоборчества, сатанизма, как такового. Так вот, в связи с грехопадением произошло разделение, если хотите, полов другое. Другое. Два пола было сотворены, но они были едиными. Едиными были. Каково характер этого единства, мы о нем судить, ну, сейчас не можем, но дело не в этом. Так вот, это разделение произошло, и оно обнаружилось в такой грубой, грубой силе, и ярко обнаружилось. И осталось вот это только стремление к этому единству, стремление к единению. Осталось, кстати, и здоровые чувства. Не просто это влечение грубое, а оно, возможно, и влечение совсем чистое. И чистое влечение, оно иногда проявляется, когда действительно есть настоящая любовь. Там тогда все прочее исчезает. Это может проявляться в каком-то особенно юном возрасте, еще не испорченном, когда называют это романтической любовью, когда ничего нет этого грубого, проявляется только это чистое это чувство. Вот он, если хотите, некий отголосок вот той чистоты отношений, которые были и которые, возможно, будут. Некий отголосок, слабенькая такая хотя бы тень, но уже она уже как это переживает человек и как это описывает, уже насколько даже этот слабый отголосок прекрасен. Для чего созданы два пола? Трудно нам до конца, я говорю, с христианской точки зрения, трудно до конца все это осмыслить, но, по крайней мере, две вещи бесспорно присутствуют здесь. Они очевидны. Первый из них – Господь ведь сотворил человека не для того, чтобы только он сотворенный был. Промыслом Божиим уже предназначалось быть человечеству в том необозримом множестве, которое существовало и существует, и будет существовать на земле. Множество. То есть одна из причин – вот это репродуктивные функции, скажем так, два пола. Господь же знал, что это будет грехопадение, и что все это будет. Вот. Вот эта функция. То есть, чтобы было человечество, а не эти два человека. Это первое. Вторая причина, которую мы можем также, думаю, достаточно достоверно предполагать, и о ней можем говорить, это другая причина. Причина, которая опять-таки связана с грехопадением, о чем Господь, повторяю, знал. Эта причина заключается в том, что брак дает возможность человеку, ему,
и ей. При правильном взгляде на жизнь, при правильном понимании христианства и понимании спасения дает возможность человеку увидеть, познать себя. То есть познать свои, будем говорить, грехи, страсти, слабости и, главное, свою неспособность вот самому искоренить эти вещи из себя. Брак – это такая школа, потрясающая, конечно, школа. Об этом говорят все женатые и замужние. Все говорят, это школа потрясающая. Хорошо же сказал один. Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Вот это счастье. Действительно. Брак – это потрясающая школа самопознания, школа терпения, школа мудрости, школа воспитания. Это все это именно дает брак. Так что в этом отношении действительно брак – это нечто потрясающее, дарованное Богом человеку. Один человек не смог бы, редкие, по крайней мере, кто могут это познать, по сравнению с теми, которые состоят в браке. Но, говорю, при условии правильного взгляда. Там же, где начинается обвинение друг друга, неуступчивость, эгоизм, там, конечно, ни о каком самопознании речь идти не может. Так что вот эти два момента, по крайней мере, бесспорны, по-видимому, бесспорны, очевидны. Почему Богом сотворено два вот это модуса человеческого существования, два типа одной и той же человеческой природы. Если хотите, это с одной стороны, и с другой стороны, конечно, брак является символом, если хотите, знаком, некой вехой, указывающий и на ту главную добродетель, о которой христианство говорит постоянно. Это любовь. Брак показывает, что такое любовь. Речь идет не о влюбленности. Влюбленность – это нечто эфемерное. Прыгнула, подскочила в воздух и опять на земле оказалась. Брак указывает на любовь, которая приобретается по римской пословице, через терния к звездам. Через именно совместное познание себя, через образ терпения, который в каждой семье, без которого семья просто не может существовать, через совместное понуждение себя к христианской жизни и искание Царства Божия, здесь супруги могут действительно духовно возрастать. Совместно живя по-христиански, они действительно могут возрастать. И по мере этого возрастания действительно у них постепенно возрастает та любовь, которая имеет совершенно другой характер, чем вот та вот влюбленность. Именно это что-то крепкое, основательное и сильное, то, что происходит в супругах. И вот эта вот любовь, которая делает единосущными, вот это разделенных двух, постепенно делает единосущными, едиными делает их. Вот эта любовь является образом, если хотите, указателем на ту божественную любовь, которую мы видим, если хотите, во Святой Троице, самой Троице. Вот, оказывается, чему служит брак. С одной стороны, познанию себя и средством воспитания, с другой стороны, условием духовного возрастания и приобретания того высочайшего свойства, высочайшей добродетели, который именуется любовью.